Так, привет, народ, это опять Диван Джонери, это Альвинос, и как видите, такие я закончил делать вот этот вот query, ну, выполнил ачивку, сделайте карьер, да, да, извините за кадром, конечно, где это было, черт его знает, в гаджетах, по-моему, гаджеты, да, ага, вот они, гаджеты. И получил тессеракт frame full, вот, и получил энергии цел, вот, так что так, наверное, нехорошо снимать, вот. Также сделал вот эту вот, вернул обратно, обложил этим самым камнем, ну не камнем, а землей, и теперь он меня не войдет, вот. Ну, я им пока не пользуюсь. Так, за кадром я еще убрал вот тут вот землю всю, такая вот желание появилось такое, точнее, вообще под базой все уничтожить, оставить вот такую пустую. Но это, для этого мне надо как бы подготовиться. Я не знаю, может, я так и сделаю. Под базой оставлю чистое пространство. В принципе, это возможно, но не пока. Пока это лень, это надо смотреть, где у меня чего там находится, чтобы, не дай бог, не снести. Ну, в принципе, возможно. Но проблема в следующем. У меня не хватает ресурсов, и мне надо что-то делать, и у меня есть Ender Quarry. Ender Quarry, в отличие от этого, спасибо за подсказку спонсору моего канала Shadow, шутка, конечно, этот не... Как это, не чанк лоудится. Вот, что и есть проблема. Поэтому я решил сегодня сделать... Так, ладно, этот Ender Quarry можем скинуть. Мне он на данный момент не нужен. Это мы можем снять, наверное, лучше этим. Мало ли что, вдруг потеряю энергию. Обидно. Не так уж и важно, конечно, но обидно. А хотя, подождите. А я его улучшить могу. И что это будет? Телепорт плейт. Ага. То есть улучшить я его никак уже не могу. Если он харденет, то он харденет. Да, жалко, обидно, конечно. Ну ладно. Вот. И выполнить еще одну ачивку. Вот эту вот. Рецепт. Так, я вбил в свою сеть. Она у меня умеет делать вот эти вот паттерны. Вот. Теперь я выполнил вот эту вот Unstable Eagle. Я получил Annihilation Plate и Formation Plate. Короче, одна ставит, другая снимает. За счет его можно будет сделать, допустим, какой-нибудь кобл-генератор или что-то в этом роде. Вот. Ну, очень полезные штуки. Так, что-то я задумался не о том, чем хотел. Так. Deep. Deep Dark. Вот он, портальчик. И, как видите, квантуплика Present Cobblestone я уже давным-давно сделал. То есть, всю каблу я перегнал. Вот, у меня квантуплика. Компрессор Cobblestone, и в сети уже осталось только 23 Cobblestone из того, что он выкопал. То есть я все это сделал. Теперь у меня Deep Dark портал. Так, выполняем ачивку по пути торчи. Не понял. Climb Reward. Вот так. Где же мне его расположить-то? Где мне его расположить, кто мне скажет. А, у меня же есть место для порталов. Вот, место для порталов. Талоу. Давайте вот тут вот в углу его поставлю. Если что, потом где-нибудь чего-нибудь придумаю. Так, ты мне тогда тут не в тему. Так. Вот, я могу идти в Deep Dark и сделать там, допустим, ферму, ну, не ферму, а
оттуда добывать энергию. Так, для этого мне понадобится вообще-то два тессеракта, да. У меня их сколько? Тессеракт frame full. Тессеракт есть. Frame full. Так, я их сделал две. Usage. Как из него тессеракт сделать? Block of silver. Ага. Тессеракт. Так и надо писать. Тессеракт. Так, тессеракт. Вот он, тессеракт. И есть. Так, это что такое тессеракт? Тессеракт. Они типа... Нет, самое... Хорошо. Так, интересно, что у нас по чанк-лоудеру? Не, неправильно. Чунг-лоудеры. Ага, есть. Это тессеракт фрейм, басик капаситор, фрейм машина блок. Ну, в принципе, я такое себе позволить могу. Попробуем сделать так. Не хватает чего? Factory блок. Так, Factory блок. Давай, пожалуйста, мне его скрафти. Я тебя вроде забивал. Не тут. Factory блок. Вот он. Next. Старт. Дальше мне надо какой там лайер. Добли. Double. Next start. И что-то по бокам не хватает. Basic capacitor. Basic capacitor. Два штука. Next start. Так, это мне на данный момент не надо. Так, что у нас по изготовлению? Молодец, система все сделала. Чанклоудер. Так, как ты, скотина такая, работаешь? Тебе нужна только энергия. А, ну, это очень хорошо. Давайте. А, энергия ему нужна, да? Поскольку я тот аппарат убирать не хочу, я, наверное, поставлю сюда. Хай он мне пока тут чанклоудит. Так, у тебя энергия есть? Нету. А почему нету? Ты так много жрешь или чё? Радиус. А, чанклоудер. Тынк-тынк. Вау. Максимум 2. Ух ты, нифига себе, ты жрешь. Так, левер. Интересно, он от этого работает или нет? Что-то он многовато, честно говоря, жрет. На редстон сигнал он не реагирует. Не, не уж он так серьезно много ест. Два этих самых RF-тик. Ну, судя по всему, да. То есть вот эта вот станция моя будет работать только на этот чанклоудер. Нехорошо, нехорошо. А других чанклоудеров у меня 3000 RFT. Да офигеть. Ладно, ты пока иди сюда. Вещь ты хорошая, конечно, но мы будем тебя подключать по-другому. Тынк-тынк-тынк. Чего? Откуда ты энергию берешь? Сори. А как ты работаешь? За счет чего ты? Ну, не видно, чтобы он и работал. А, за... Ясно. Ты ее накопил, понятно.
Ладно, не будем тупить. Так, мне, значит, для начала надо сделать систему, которая из любого места через Tesseract будет принимать к себе импорт бас. Так, это мне надо импорт бас сделать. Так, бус. У меня экспорт бас есть. Ага, кстати, экспорт бас у меня, экспорт бас мне пригодится. Так, дальше мне надо заказать, блин, не помню, сколько их там есть. Ой, 8 ускорителей. Так, 10. Ну давай 10 крафт. Так, у тебя все есть, старт. И мне надо экспорт бас. Так. А басы вообще-то мне надо, наверное, запрограммировать. Потому что они довольно-таки оплатены джестик. Бус. Во. Так, они всякие. Экспорт бас. Так. ME экспорт бас. Есть. ME импорт бас. Есть. Инвертор тоже бус. Не знаю. Storage бас. Есть. Так, это мы запрограммировали. Я их не вводил, нет же, нет. Вот, теперь они у меня вручную могут крафтиться. И мне не надо будет мучиться. Так, значит, мне надо. Что у меня есть экспорт? Значит, мне надо импорт. Один next start. Так. И это что, то для бас? Не надо. Так, дальше мне нужны, наверное. Подождите. Импорт бас, экспорт бас. Нет, нужен только импорт бас. Там мне надо. Так, не тут ищу. Так, короче, смотрим. Query. Так, это экстра утилиты. Экстра утилиты. Так, у нас Ender Query есть. Так, как у нас будет там работать система? Стоит эта хрень, к нему подключен Tesseract. И, в принципе, все. Нет, а что-то не. А, еще надо ящик. Ящик chest. Какой-нибудь, ну, допустим, golden. Тут у нас стоит golden chest. Так, ой. Applied majestic. Ой, какой applied? Extra utility. Вот они, три факела. Это у нас обозначают, где что копать. Вот, как видите, он умеет копать, ничего не подключено. Так. Так, это есть. Дальше нам нужен кондуит. Итем кондуит один. Он будет идти у нас вот так. Наверное, да. Speed upgrade. Speed upgrade нету. Так, а speed upgrade у меня введены в систему? Нету. Значит, мне надо. Черт, не то нажимаю. Ender.io. Так, еще Ender.io. Вот он. И speed upgrade. Speed upgrade. Speed upgrade у нас делается вот таким electrical steel, да? Speed upgrade у нас вот так вот делаются. Давай.
Speed upgrade кладем сюда. Так, эти вот самые басы я откладываю, тессеракт откладываю, левер вроде бы не нужен, дир тоже не нужен. Так, и мне надо заказать, сколько там максимум их засунуть-то можно? Из 15. Ну, давайте 15 сделаем. Speed upgrade. Вот он, 15. Ну, давайте 20. Пускай работает машина. Сбрусы wood plank. Missing. Так. Значит, что тебе плюс планк? Пистонс. Ага, значит, где-то у меня пистон. Где-то пистон не так прописан. Вот это быстрее всего неправильно работает. Спрус и вуд. Ну, а тут Word Dictionary есть. Ладно, пропишем. Хотя мне предупреждали, что там будет, может, штука использовать не то дерево, что мне надо. А, сюда. Так, Word Dictionary. Иди. Ладно, пока что мне это не актуально, так что... Надеюсь, она его... Так, апгрейды. Крафт 20. Next. Ты что, планки не умеешь у меня делать, что ли? Где? Уак планк. Уак планки. Ну, давайте поменяем на уак планки, потому что он их знает, как делать. Так, так. Вот. Так, штука, иди сюда, где ты там у меня находишься. Encoded pattern. Так, этот сюда. Так, где ты там летаешь? Так. Over dictionary включен. Все. Хотя надо было отключить, но да ладно. Так. Это сюда. Вот таким способом мы исправляем ошибки. Так, дальше... не тут. Ну, что теперь? Теперь. Next. А, один. Мне не один надо. Мне 20 я и хотел. Next. Вот, теперь ему все нравится. Трун-т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 рун. Не, ну... Да, Applied Energistic такая система автокрафта. Это, конечно, офигеть. Также я еще, вот, забыл показать, ну, может, показывал, еще впендюрил тут еще один пуливерайзер. Этот поставил аргументы на скорость, везде ускорил, как только мог. Ну, как я думаю, как я только мог. А тут уже... аугюменты эти стоят чуть-чуть на больше ресурсов получения. Вот. Ну, все ж приятнее, да? Тут тоже октаника по читеру, ну, в общем, понял. Вот. Опять застрял, да? Или вы тут... Ребята, вы это самое... Работайте, работайте. Пока вы не нужны нафиг, ну, работайте. Также засунул несколько больше вот сюда карт. Ну, вот в эти вот первые, потому что он в основном их использует. Поэтому у меня сейчас крафтится все намного быстрее. Так, значит, speed upgrade 17 штук. Чё такое? Хотя мне, в принципе-то, тут надо всего лишь 15. Мне 17 не надо. Вот. 15. Так, фонарики у меня есть. Ключ, который мне нафиг не нужен, тоже есть. Вот. Что, вроде бы, в принципе, с этой стороны это все.
Так, теперь берем тессеракт, да? Тессеракт фрейм, тессеракт. И мне надо его подключить где-то к своей системе, чтобы это был тессеракт. Так, сколько у тебя выход? 5000 РФ. Чтобы вот эта штука мне отправляла все в систему. Это, наверное, надо будет сделать снизу. Я правильно мыслю? Хотя с другой стороны, так, где-то тут вход надо, чтобы вот это был именно query. Ага. Так, тут есть у нас кабель. Есть штука, да? Так, как это все тут расположить? Так, ставим тессеракт. Сюда энерготока insert. Угу. Тут у меня пол или это что? Чук. Что я сделал? Ничего плохого не сделал. Хорошо. Блин, как неудобно. Ага, тут аж с двух сторон. Давай вот тебя я сделаю экстракт. Экстракт. А тебя сделаю disable. Вот. Да, insert. Нет, из него надо посылать. Так, дальше. Дальше. Там я испорчу красоту. Тут у меня уже начинаются приборы. Так, извините, пауза. Так, извините, отвлекли меня, мне звоните из моего оператора мобильного. Ну, кому интересно. Так, честно, предложили за 16 евро безграничные всякие там услуги. Вот. Ну, это может кому-то интересно. Вот, то есть звонки, смс и интернет. Но интернет не безграничный. Так, значит, дальше. Тессеракт, я не помню. Тессеракт, по-моему, не умеет вытаскивать. Он умеет забирать. Так, как у меня сделано тут? Ага. Так, у меня тессеракт забирает трубой. Энергия база. Так, этот. И посылает опять обсидиана нет. Что мне там по обсидиану? Ах ты сикотина, давай. Так. Что мне лично обсидиана? Так, usage. Я. Ладно, давайте не может сюда поместить. Сколько у меня? 36. Это 10 тысяч. Ой, 10 тысяч. Ну, давайте сделаем обсидиана, допустим, 5 тысяч, что ли, если получится. Так, 5 тысяч, next. Можешь сделать. Давай, делай. Вот, уменьшатся размеры, тут у меня тут забивается все, а его все равно девать некуда эссенцию. Так, значит, надо нам забирать трубой. Наверное, место не очень удобное выбрал. Забирать трубой в ящик, а из ящика уже в АЕ-систему, да? Тут импорт бас, тут можно поставить трубу. О, так все хорошо получается. Так, импорт. Блин, импорт. Это импорт бас у меня есть. Бус. Так,
экспорт, импорт бус. Так. Может, можно было как-то проще это все сделать. Так, ты так подключился, да? Значит, мне надо еще 15, сколько у меня там ускорителей? 12, 13 ускорителей сделать. 10, 13. Next, start. Сделаешь, сделаешь. Молодец, слушай. Так, а где мои все ускорители? Куда я их... Speed-апгрейды. Speed-апгрейды. А, вот они. Так, значит, это и кабли. Кабли. Смарт-кабель. Соня. Давайте смарт возьмем. Мало ли чего, я подумаю, еще там подключать. А, только спиды я, спид апгрейды я не те взял. Так, тут у нас 32 выхода. А, чё, вообще никаких... А, вот, один канал, увидел. Ага, мне надо вот такие апгрейды. Не те апгрейды взял. Спид апгрейды. А, мне карты надо, да? Что-то я не понял, а где они, как они на... А, карды. Карды. Вот, 10 есть. Мне надо 1, 2, 3, 4. 4. Так, так, это можем убрать. Вообще, что-то не так думаю. Ну, ладно, так, сюда карточки. Вот, теперь все, что попадает сюда, будет забираться и отправляться в систему. Осталось подключить кабель. Это кондуит. Кондуит. Один штук. Вот, я не знаю, может, я неправильно делаю. Моя может ошибаться. Ну, я делаю, как делаю. Так, значит... Да, мне надо не один, а два. Кабель. Кондуит. Кондуит. Так. Штука, ты мне не начнешь тут нечаянно работать? Не, я лучше тебя уберу, а то сейчас как настроим, мне как начнет он тут что-нибудь копать, а мне оно нафиг не надо. Так, кабель, значит, один сюда, другой сюда. Значит, сюда insert, а тут extra always active 15 ускорителей. Давайте сделаем, допустим, по коричневому. На всякий случай, мало ли чего, когда-нибудь. Так, и теперь он забирает. Забирает. Только что-то как-то думает долго. Все, хорошо. Эта штука вроде бы как работает. Теперь мы этот query хотим обозвать... нет, не так. Карьер. Экстра утилиты. Канал 3, допустим, 33.3. Так. И что этот тессеракт должен делать? Энергия, да? Item моды. Receive only. Send. Blocked. Send. Ага, значит, принимает. Fluid. Пока ничего. Энергию send only. Вот. Поскольку я работаю always low ignore it. Ну, вроде бы все настроил. Item receive only. Энергии send only.
Так, давайте проверим, как он у нас, эта вся система сейчас работает. Работает ли она на кошечках? Лучше проверить тут, чем где-то там, фиг знает где. Так, значит, следующее F9. F9. Допустим, алло. Вот. Ставим тут query. Факела один тут. Блин. Мне надо немножко блоков. Так, один тут уровень. Какой у нас тут? 67. Надеюсь, я правильно все помню. Так. Так. 65, 67, да? Второй тут. И тут еще надо, да? Да, нет, другой вот здесь. Так, это у нас будет раз, два, да? Партиклы пошли, значит, он видит. Да, все нормально, этот видит, этот видит. Вот, эту территорию он у нас должен расхреначить. Так, мне надо спид-апгрейды. Посмотрим, как эта вся система у нас работает. Так, спид-апгрейды. Вот они. Вот, хорошо. Это примерно, что я захочу делать в дипдарке. Ну, лучше проверить тут, чтобы потом туды-сюды не носиться. Так. Отсюда экстракт always active, 15 ускорителей. Тут insert. Тут выбираем. Выбираем, а что нету? Так, он настроен. А. Ender Extra Utility 333 плюс настроен, да? А, вот теперь я его выбрал, да? Все, теперь правильно. Звук что-то пропал. Так, insert. Так, теперь тут карьер. Окей. Значит, так, item mod. Resave. Он должен отправлять, посылает энергию. Send. А, энергию получает, флуидов не использует. Так, значит, он должен отправлять. И тот из ящика сюда. Что-то там покажется, я не так наделал. Из ящика сюда. Из ящика он забирает, отсылает. А этот из item receive only. Send only. А. Receive. Это получает. А там, значит, не send. Он же должен отсылать. Вот что не то. Значит, туплю, извините. Так, send only. Окей. Чпок. Монабли детек фэнс бунари. Стоп, я вроде неправильно поставил.
Так. А этот на один передвинуть, что ли? Блин, чтобы я помнил, как им пользоваться. Два. Так. О, пошел копать. Судя по тому, что я вижу, вроде бы как все тут принимает. Так, стоп, тут энергия есть. Он это все копает, да? Хорошо. С этой штукой тут все нормально. Значит, она энергию отсылает. Тут система у нас работает. Ага, хорошо. Да, тут я, конечно, хрен увижу. Так, система заработала. Вот. Да, судя вот поэтому, копает и довольно-таки неплохо. Ну, главное, что он копает. И все оно работает. Так, система настроена, да? Это замечательно. Ну что, на сегодня, наверное, не знаю, может все уже. Так, еще посмотрим. А, давайте еще одну задачу выполним. Пускай он там копает. Вот, карьеры запустил второй. Копает. Так, я хотел сделать. Так, F9. Блин, не надо. Нет, это я пользовать не буду. Это надо стабилизированное сигило. Speed upgrade. Silk touch upgrade. Рецепт. Golden pickaxe silk touch. Вот это вот можно, наверное, сделать. Silk touch. Silk touch. Golden. А, golden. У меня эти golden. Так, тут есть что-нибудь, дорогой мой. Переплавляешь, отдай. Так, что у нас тут творится? 108 блоков. То есть ты больше предпочитаешь блоки делать, да? Молодец. Так. А, что у нас по энергии? 900 РФ всего лишь. Ну ладно. Так, голды сюда. Голд. Кто смотрел Звездные врата, то знает о чем. Так. Silk Touch. Книга. Кстати, о Silk Touch и о книгах. Лень заниматься сейчас ботанией зачарованием. Ботания зачарования. Так, ботания, чарование. Что-то вот сейчас стукнуло. Ботания. Где моя книга на ботанию? А может, с собой где-то? Тут не вижу. Тут не вижу. Нет, я думаю, этим займем следующую серию, потому что сегодня. Что, серьезно, мне книги на ботане нету. Алло, как это нету? Я же ее в портал кидал, как бы. А, вот же она. Так, очарование. Что мне для этого надо? Enchantment Witchmana. Я уже забыл. Так, надо раз, два, три, четыре, пять, шесть мана этих обсидиан и вот это. Шесть. У меня их есть пилоны. Пайлонс.
Пил. Нет, как они пишутся? Пайлон. Мод. И батания. Мана Пайлон. Мана Пайлонс. Я уже не помню, как они делаются. Во. Мана дай, мана стелла, чистка лой. 6. Да? 6. Говорите. Говорите 6. Ой. Ой, это не то. Это перлы. Так, не подойти. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, а тут что, все уже забито? Вау, круто. Все забил. Так, ты тогда вырубись. Ты что, у нас там тысячу только? Ну, эта система работает. Так, значит, 6 манопилонов. Угу. Это значит, мы туда. Как они пишутся? Пилон. Пилоны. Один есть. Натура пилон. А чего у них так много? Ладно. Значит, мне надо 5. 5 пилонов. Вау. Энергетика лой. 10 штук, пожалуйста. А, не тут. Энергетика лой. 10 штук. Давай 20 уже делай старт. Вот, ладно. Я думаю, на сегодня хватит. Если серию займемся маночарованием. Что-то жалко, вот одна единственная силтач книга, как-то жалко, жалко. Наковальню я ее могу использовать, но она у меня пропадет. Вот. Ну все, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, идем посмотрим, эта еще штука работает у нас, нет? Работает. Ну, тут такое место не очень красивое, тут все сделал. Как они называются? Кто подскажет? Вичери, Майнкрафт, Люки. Люк, я твой отец. Люк. Блин, я вот забыл, как он называется. Трапдор. Трапдор, точно. Трапдор. Трапдор. И где? Значит, тут надо писать трап. Во, есть. Как раз. Чё? Ясно. Дерева нету. Stone Egg Start. Блин, удобная штука. Что не говори, удобно. Так, два. Конечно, все это вот так. А что, так подсоединить не могу, да? О, более-менее. Ну, тут дырочка, конечно, зато тут можно подойти, посмотреть. Вот. Оно работает. Ладно, на сегодня тогда все. Сейчас точно все. Это был Альвинос. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. В следующий раз попробуем сделать чаровальню и все прочее. Пока.